Подготовка к этому бою прошла превосходно. В этот раз я тренировался в клубе Fight Syndicate. Я покинул команду Team Quest, можно сказать, вышел из зоны комфорта и подверг свой организм серьезной нагрузке и лишениям. От выступления в Грозном я жду победы, своей победы, хорошего боя. Буду радовать здесь, в Грозном, всех жителей, которые придут, всех болельщиков своим выступлением. Александр очень серьезный соперник, он давно выступает в этом спорте, является, можно сказать, легендой ММА. Очевидно, что его сильная сторона – это стойка, у него очень быстрые удары. Я также ударник, люблю порубиться в стойке. Думаю, этот бой стилистически выгоден для каждого из нас. Надеюсь, болельщики здесь, в Чечне, останутся довольными нашим противостоянием. Я уверен, что будет праздник, потому что очень большую популярность на сегодняшний день набрали смешанные единоборства не только в России, но и во всем мире, и непосредственно в самом Грозном. Смешанные единоборства – большое будущее. Мне очень нравится находиться в Чечне, здешние люди – настоящие воины. По духу они близки к нам, наша земля также славится серьезной историей, участием в битвах. Здесь я чувствую себя своим. Мой организм молодой, растет, набирает сил. Скажу, что сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Завтра я скажу, как сегодня. Завтра буду еще лучше чувствовать. Поэтому предела, я знаю точно, человеческим возможностям нет. Всего, чего хочет человек, того он добивается. В первый раз, когда я дрался в вашей организации, я не смог продемонстрировать все, на что способен. Бой с Зелимханом Умиевым не задался с самого начала. Я недооценил воздействие длительного перелета на организм, потому что у меня не было такого опыта. Теперь я знаю, что меня здесь ждет, и прекрасно готов к этому. Поединок с Александром будет совсем другим. Вирджиниус Вилкер, он хороший боец, опытный. Вот. Но я лучше. Пусть еще лучше готовится. Я готов драться с лучшими бойцами на сегодняшний день и доказывать, что мы российские бойцы, бойцы клуба «Ахмат», сильнейшие, лучшие и готовы составить конкуренцию. Без разницы кому. Приезжайте, будем бить вас. Александр, я надеюсь, мы покажем настоящий мужской поединок. Будем сражаться в стойке и подарим местным болельщикам незабываемое зрелище. Я очень серьезно настроен и приехал сюда за победой. Мне есть что терять, так же, как и тебе. Готовься к серьезным проблемам. Посмотри мой инстаграм и сделай соответствующие выводы. Всего хорошего.
Мэтр Коннор. Ну и вот начинается у нас бой тяжеловесов. Александр Емельяненко. Возвращение прославленного спортсмена. Есть уже одна победа у него в лиге WFCA. И вот сегодня судья, второй поединок. Вирджил Звиккер также выступал в этом промоушене и постарается сегодня реабилитироваться за стартовое поражение от Зелимхана Умиева. Александр быстр как никогда. Очень быстрые руки у этого бойца. Посмотрите, что он делает в самом начале первого раунда. Великолепная скорость нанесения ударов с рук. Ну и, конечно, Вирджил Звиккер, он выходит из полутяжелого веса. Видим, что в габаритах он уступает Александру, соответственно, в мощи. Ну и необходимо отметить, что Александр прошел уже второй тренировочный сбор, очень серьезный лагерь в Чеченской Республике, в Гудермесе. И при этом практически паузу небольшую для себя взял после победного боя 27 сентября, буквально неделю. И потом сразу же вернулся он в Чеченскую Республику и начал здесь трудиться. Гудермесе, посмотрите, сейчас Звиккер пропустил хороший удар с левой руки и тут же, по-моему, психологически чуть подламывается. Да, показывает, что там был тычок. К сожалению, мы этого момента не видели. Левый сбоку бросается сейчас Звиккер и сам проваливается. Сейчас Александр тянулся. О, и справа попадает Звиккер. Да, Александр справа пропустил дистанции. Сейчас. Удар через руку, правый кросс. Еще раз справа заряжает Вирджил Звиккер. Все-таки на руках очень хороший американец. Я думаю, здесь как раз-таки шанс панчера. И слева попадает Звиккер. Да, такой корявенький удар запустил. И сейчас, вы знаете, 4 удара. Да. Огромное количество ударов наносит Александр. И при этом многие из них точны. И сейчас еще с клинча колена с левой ноги запускает по туловищу. Здорово. Опять клинчик колена. Справа уже. И работа в клинче. Вот это бросается Звиккер вот этими ударами через руки. Очень опасные эти удары. Александр, тем более мы знаем, что руки так всегда летят от груди. И в том числе он стоит достаточно раскрыто. Левый мидл по печени. Да, неплохо попадает. От Звиккера очень жестко и точно. Сейчас очень хорошо Звиккер попал. Ну и да, много отмечали именно вот эти низкие руки. Справа дважды попадает Александр. Да, и здесь добивание идут серьезное от Александра. С правой руки жестко и точно. И здесь Звиккер уже просто терпит. И я думаю, что он сдался. Я думаю, что он сдается в этом бою. Очень близок к тому, чтобы Александр очередной свой бой закончил досрочно. Как и первый после долгого перерыва 27 сентября в Лиге Армана. Серия забиваний останавливает Армена Маняна от поединок. И сразу же вскакивает Вирджил Звиккер. Выказывает уважение Александру. Да, но... и уверенная победа. То, уверенная о чем я победа. Вам говорил, Асланбек, и чуть-чуть так предвосхищал. Говорил, что все-таки даже в первом раунде Александр может нокаутировать своего соперника из Северной Америки. Так это и произошло. Да, надеялись мы, конечно, на то, что постарается навязать свой бой Звиккер Александру и выдать конкурентный поединок. Но, как мы увидели, лишь эпизодически попадал Звиккер. Пару неплохих попаданий было. Один мидл-кик, один раз справа. Но в целом, конечно, преимущество Александра не вызывало никаких сомнений. И пора, я думаю, уже переходить к более качественным соперникам Александру. И я думаю, мы увидим более серьезную оппозицию в будущем. Абсолютно согласен с этим. Но давайте напомним для наших уважаемых телезрителей, что вчера на официальной церемонии взвешивания Александр заявил, что он не будет встречаться с российскими бойцами смешанного стиля на плюс 93 килограмма весового дивизиона, а будет только желать боя с соперниками из дальнего зарубежья, ну и ближнего также, я так понимаю. Да, не раз об этом уже говорил Александр. Посмотрим, возможно, его позиция изменится, учитывая, что в лиге есть и Зелимхан Умиев, и Евгений Гончаров с двумя победами. Да. Александр Емельяненко финишит ногам
одерживает победу. Ну и при этом президент лиги Ахмат и клуба Ахмат Абузаид Бисмурадов с Адамом Кадыровым сейчас награждают победителя. И в том числе Мурат Бичуев, главный тренер бойцовского клуба Ахмат, в том числе находится рядом. Слово победителю! Послушаем победителя. Это тот самый спор, который был велся в социальных сетях по поводу того, что кто все-таки устанет первым. Девчонки, я свои тебе подарю, чтобы меня их больше никто не просил. Договорились? Снимаем инструкции. Да, ну и в том числе уходят Адаму Кадырову вот эти перчатки победителя Александра Емельяненко. Он в клетке отдает эти перчатки Адаму.